Каковы, на ваш взгляд, пути вывода мирового кинематографа из пропасти говноделания? Приход к власти коммунистической партии, которая вот это все нахер отгонит, и начнут снимать нормальное кино про нормальных людей. В ближайшей исторической перспективе я таких возможностей не вижу. А я бы подумал бы, чтобы инвесторы были жесткие люди, типа бандитов. Мы тебе денег дали, а ты какую-то хуйню снял. Где прибыль? Тут не угадаешь, как ты понимаешь, блин. Это вопрос специфический. Но спрос, да, должен быть. Ну, помнишь, как ты говорил, американские фильмы – это коммерция. Да, хотя бы, не-не-не, хотя бы не так. Это коммерция, понимаешь, если тебе раз дали денег, не выстрелило, два дали денег, не выстрелило, три, ну, извини, больше мы с тобой не сотрудничаем. Хотя бы так. Да. Я не про то, чтобы башку открутить, хотя многим надо. Ну, хотя бы вот так. У меня до сих пор в голове, помнишь, это Матильда и сценарий написал к фильму человек, который до этого сценариев не писал. Не писал ее. Именно такого надо вот брать такого на надо самый взять. Дорогой фильм в новейшей истории вот России. Круто. Только такого, у которого ни малейшего опыта нет. Вот этот не подведет. Да. Круто.